2 января стало лидером из всех выходных дней по количеству пожаров. Всего за новогодние праздники камчатские огнеборцы ликвидировали 17 возгораний. Больше всего пришлось на 2 число. В этот день было зарегистрировано 4 пожара. 1, 5, 7 и 8 января было зафиксировано по 3 пожара. 3 числа – 1 возгорание. В остальные дни вызовов на пожары не было. Как говорят в МЧС, чаще всего пожары вспыхивали в банях и частных деревянных домах. Также были зафиксированы возгорания в квартирах, гаражах, в подвалах многоквартирных домов, в административном корпусе одной из елисовских баз отдыха и в заброшенном деревянном строении. Основные причины пожаров остались прежними – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Погибших и пострадавших в результате пожаров, в отличие от прошлогодних новогодних праздников, нет.